Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Бутусов. Я продолжаю обзоры аккордеонов марки Honor. Да, именно для вас. У меня в руках модель, которая отличается от самых популярных распространенных моделей Bravo. Это уже Amica Forte. Инструмент выполнен более так как-то собрано, чувствуются немножко другие материалы. Звучание более такое объемное. Я могу предположить, что там внутри стоят голоса уже несколько другого уровня. Этот инструмент по диапазону 7 восьмых, он четырехголосный, прямая дека. В левой клавиатуре здесь должно быть, если не ошибаюсь, 96 басов. Так оно и есть. Ну и дизайн. Крышечка такая, кругляшочками здесь идет, как на когда-то бывшей экспериментальной модели Honor Fun. Есть еще линейка более дорогих инструментов, которые изготавливаются исключительно под заказ. Это модели Honor Fun Flash. Это эстрадная линейка, на которых играют только самые виртуозные чемпионы мира. Вот. Но вот этот инструмент, он взял от них идеи основные, и в серию выпущена вот эта вот модель Amica Forte. Ну что, давайте послушаем, как он звучит, этот инструмент. Ну и традиционно одну из самых своих любимых мелодий я сыграю, которую я исполняю на аккордеоне. Еще одна композиция. У этого инструмента на низком регистре, так называемом фаготе, регистр, называемый банданион, есть это ощущение ломаной деки. Это по-научному, по-европейски кассотто называется. Это когда одни голоса находятся в прямом выходе звука, а другая пара голосов находится под углом 90 градусов, что дает звуку именно преломление. Здесь, судя по сетке клапана, все в открытой деке находятся, но есть некие внутри ступени, есть еще такое понятие, как ступенчатая дека, которые как раз создают вот это ощущение, то есть без преломления, именно без создания ломаной деки, вот этого кассота, которая бы сразу добавила бы еще процентов 30 к стоимости, здесь обошлись именно этими отражателями, но я считаю, что достаточно удачно, потому что звучание, оно, ну, закрытыми глазами, наверное, невозможно определить, есть ли здесь кассота или нет. Поэтому вот такой вот инструмент уникальный.
Все инструменты фирмы Honor комплектуются замечательными, удобными, мягкими чехлами и фирменными ремнями.